тут. Здравствуйте. Привет. Так, сегодня воскресенье, погода не жаркая, и мы решили, чтобы не гневить Бога, опять едем. Да ну вы уже знаете, куда мы едем. В Красной Шапке. Да, кому сделаем радость, так это Мартыну. Потому что уже ходит, мяу, только машину выгоняем, мяу, это подожди, еще только едем. Ну какой кот красивый, да, вот? Mm-hmm. Так что едем, пожелайте нам. Говорится, не хвоста, не чешуи. Но сегодня, конечно, народа там, ночевка же люди едут. Ну, где-то пристанем, боже мой. Весь удочку кинем в воду. Поздно, уже на 9:30, но сегодня воскресенье, воду дают очень поздно, поэтому что с глазом чукается и чукается. Правый? Левый. А не правый. Это я правый. Значит, проверим, что будет, хорошее или плохое. Не знаю. Сейчас заеду, куплю хлебушки, потому что... В тот раз на черные не попробовали. Надо брать бородинские. А мы утром ехали, не было бородинского. А наш кременчугский этот черный. Он никакой. Он такой. Да что такое-то? Винный добрый. Так что все, бросайте все дела, поехали с нами. Да. Хватит заготовки эти делать, хватит. Говорить, как говорил, свинины вынешены, свиньи, хватит уже кушать, кушать, кушать. Баю правильно говорит. Баю, я вчера весь вечер смотрела твои видео. Ну тебя в баню. Ну ты что-то себе не показываешь, только на парашюте тебя немножечко увидела и все. Ну молодец, хорошо кухню сделал, такой вообще молодец, толковый мужик ты. Так что поехали. Ты же сказал, что на Шишкина уже стоишь, поехали на рыбалочку. Так, мы в этот оптовичок на Каменку заедем. Тоже у нас в домах оптовичок, а это на Каменке называется. Душно, дуже душно. Бачите, такие мокрые. Дождь. Я говорю, Дима, дождь будет, вот мы едем, заховаемся. Можно сахарни. В машину. В машину сядем, хай йде. Чи в воду? Да не, в воду я в такую не полезу, ты что? И так пишут, как вы такую рыбу кушаете? Такую рыбу нельзя кушать с такого водоема. Там у нас уже организмы привыкшие такие, что, наверное, и камни будут переваривать. У Димки так все точно. Да. Так, все, едем. Начинаем так само, с мороженого, того другого. В тот раз мы дорогое брали, это более дешевое. Может, рыба более лучше клюнет. То пакет он все складает, где вы не так дома. Слово. Все. Ехали, там то место немножко занято. Дивіться, який кс-кс-кс-кс-кс. Ай ти, Бозі мой. Киця, йди сюди, кися. Оце ти знаєш, оцього можна було взяти, але я боюсь, що Мартин його буде кусати. А? Ну, можна було... Ще двоє, де? Кс-кс-кс, знаєте, які красиві. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Боже, смотри, сколько їх тут. А де ж ви тут набралися? Оце з дачі поприходили. Гляньте, любые, ребят. Кс-кс-кс-кс. А вон тройка стоїть. І сикають друг на друга, сикають, смотри. Ой, красиві які. Так, ну ви ж тут будете гуляти, ми будемо уїжджати, ми вас покормимо. Там у нас хлібушок є. Глянь, пішло, диви. Ну це, мабуть, кошка, тому що нету за... Їстимуть, якщо голодні. Та ні, ну це, мабуть... Я не знаю, там дачі далі немає. Де вони взялися? Ні, це, мабуть, хто-то, чия-то кошка привела, вони сюди їх привезли і все. Дивись, які різні. Ціла куча. А ну, я зараз спробую. Я просто нічого не брала. Вашастенькі хліба дати їм. Діма забрав уже хліб. Це хліб на наживку. О, навіть умивальник хто-то придумав. Хто-то ночував тут. Смотрите. Ой, сімейство. Зараз, якщо рибку поймаємо, то дадим, звісно. Если поймаем. Так. Мы будем сейчас как настоящие рыбаки. С берега, да? Да. Такого. Но здесь очень мелко, я тебе скажу. Я просто тут заходила, когда мы там рыбачили. Да, тут, я вижу, что... тут можно спокойно... О, видите? Смотрите. Ну, будем пробовать. Вот там, вон, где стоят тычки... Там ловили карася. Вот это, кажется, здесь мель. Саша мне рассказал. Тут мель, вот это, где лодки стоят. Смотрите, тут мелко-мелко. А вот дальше тоже там бережок есть, Димон. Никого нету. Смотри, там пологий берег. А ну, пройдись, глянь. Где? А может, это по берегу тут пройдись? О, ну. Сейчас я пройдусь. Тут просто, что сильно высоко. Да будем спускаться.
Вот тут, вот видите, немножко как окно, тут мелко. Будем бросать туда, все, будем садиться здесь. Так, давай будем раскладываться, а там покажет. Ой, дверь хорошая пришла. Китя! Китя, Китя. Не-не, все. Китя, глазки больные. Мы уже несчастные. Вы так, жди, сейчас рыбу поймаем и покормим. Сейчас. Смотрите, я им бросила хлеба, пришло. 5 кошек. Ну что-то они... На! Они не голодные, ребята. Вот этот вот красивый, да, такой вот, как тигр. Смотрите. Нет, он ест. Нате хлебушка еще, берите. Я просто же не знала, что вы тут будете. Глянь, сколько. И он красивый, на Мартына похож, смотрите. Кс-кс. Иди, не бойся, нате вам каждому по кусочку. Сейчас я рыбку поймаю и вам дам. Дейки гарни. Кушайте хлебушек, на, кушайте. Так, только не переводите, кушайте все. Бачишь, едят потихоньку. Едят? Угу. Потихоньку. Ну, не сильно взахлеб. Сейчас вот рыбку поймаем, дадим їм. Они уже что-то закончили. Еду, потягаются, они спали. Вот этот красивый пятнистый, дивитий, да? И этот вот. Это третья? Нет, это то, что сидит. И что третья красивый? Это семью, наверное, вывез кто-то, да? Да. Ой, брат и сестры. Так, все, мы же на рыбалку приехали. Поймала первую, только забросила мелкую, но не выбрасываю. Красная била. На, Китя. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. На, кушай. О, кушают рыбку. Смотри. Ага, самый умный один. Все, побежал. Ну, ждите, сейчас буду мелкую ловить и вас кормить. Сейчас. Все. Короче, пока мы рыбачим на мелкую. Бегемоты кашу едят. Да? Вот, а ты им всю чечевицу. Да, чечевица им нравится. Да, понятно. Хай наедятся, потому что... Кушают. А те два куда-то... А те два сидят там, боятся. А, на ней. Тигри. Он один воду хлещет. Они уже привыкли тут, видишь, они были, видно, маленькими, а сейчас уже это их стихия. Вот они умываются, сейчас они падают. Кто-то им кинет кушать, они тут их... О, смотри, пошел. Семейство. Рыбу ждут. Этот первый хочет рыбы. Одну сожрали сразу, она так на зоне ловит. А те вон поели и умываются, сидят. Вон наелись и спят. Смотрите, как... Они всю кашу съели. О, всю кашу съели. Они как обнялись. Все. Спят морды. Все ты. Морда. А тут он в одиночке сидит. Какой-то он отшельник. Я поймал рыбеху вот такую огромную. Сейчас мы дадим братве ее. Держите. Ава. О, чуть вон и рычать. Поделись рыбой ты. Короче, будем поочередно всех кормить. Я помню, кто ел. Дима сегодня работает с котами только. Не клюет. Ну, а этот не ел еще? Нет. Я слышу, я в воде стояла. Ну, что-то сегодня плохо клюет. Рычат, слышишь? А, то они думал телефон. Рычат они. Слышите? Они уже не боятся, они уже привыкли к нам. Видите, не убегают. А где пятый? А, 5 все тут. Вот этот самый красивый. Каши лупанули, Дима им хорошо каши насыпав. Теперь они сытые, будут спать. Где он спит? И вот на Мартына похож. Смотри, какой красивый, да? Смотри. Котики, кто ж вас выбросил, а?
Так, сейчас буду садиться с берега. Я стояла в воде, а сейчас буду с берега ловить. Подкормлю, потому что в ногах, правда, нема. Но Дима каже, и в жопе нет. Эта рыбалка продолжается. Вы смотрите, они так интересно играются, просто что не можешь камеру взять. Смотри, они рыбу понимают, что рыбу. Вот они поели, теперь уже наелись и играются просто. Смотри, смотри, смотри вот на эту кошечку. Ну, сегодня они уже наелись, они уже не уходят никуда. А интересно поймать, можно их? А ну-ка, сейчас подойду. Китя, китя, кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Не дурні вони ловить. Та він ще їсть, хай їсть. Сьогодні рибалка нікакая. Так, все, ми зараз закінчуємо. От ми вже кормимо цих котят. А Мартин останеться без риби. Це ж несправедливо. Ні, так що треба Мартинчику наловити хоч чуть-чуть. За ногу купати. Вони як діти малі граються. Водички хочуть. А им тут и неплохо, да? Они несчастные. Они тут куча. То есть одного заводят, то мявкают. А тут они куча, и у них тут свое общество. И не залазьте на нашу территорию. Смотрите, смотрите. Играют себе, поели, поспали. Ядрен батон. О, смотри, смотри, выглядывает, выглядывает. Тот пошел, он смотрит. Куда ты ушел? Я с тобой играю. Куда ты пошел? Иди сюда. Давай играть вместе. То мне одному скучно. А коты плавают или нет? Ого, прыгнул. Плавают? Да. Нет, серьезно. Может, их надо покупать? Как бы мыло было дустовое, можно было бы их покупать. А то вы на все руки порасцарапывали. Ты уж будешь царапать, да? Конечно. Они же боятся воды. Да они и нас боятся. Они такой сидят, то нормально, такой подходишь, они сразу гайна текать. А, то и он валяется, смотрите, черный. Ну, мне вот этот нравится. Вот как Мартын и вот этот вот красивенький, который воду пьет. Смотрите, какой. Ну, Мартын его не примет, он будет его кусать. Да не, не буду я изменять Мартына. Мартын — это наш уже кот. А эти дикие коты, они живут тут. Пошел, пошел, Дима, к тебе. Ого, Дима, кашлянул, аж кота напугал. Так, ну, о, там тебя хоть сидит, надо хоть Мартыну поймать. Мы уже не говорим сегодня за себя, хоть Мартыну, он, дивися. А кто еще не ел? Оце еще не ел, чи вже всі їли? Та вже всі їли. Всі їли, це Мартыну вже кидай. А то Мартыша буде бігти, машина тільки загуде, а нічого нема. Он стадом лежат, бачиш як? Глянь, ленив, глянь.
Смотрите, они этого обижают, он в стороне сидит. Разослал кофту, лежал возле них там. Рыба не ловится, каже, положу. И вони лежать возле нього, дивиться. Мої хороші такі. Наєлі сплять. Никак не ловится. Сейчас Дима пошел там справа, де ми раніше стояли, попробовать там. Ну, не хоче вообще. Мартину хоч би ж наловить десяток. А то эти голоеды все съели. Положил Дима свое логово. Дима семочка есть. А ты дивися. Поплавок, мам. Будешь плывти? А мне кажется, не. Купаться хотел? Ну, плыви, может, и поплавок. Дима вдали увидел поплавок. Так, сейчас попью чая, бо Дима, як оті коти, все їсть, їсть, їсть. А я, от печенье, которое вам говорила, что в Израиле продается. Вот оно. Вот такое. Я приехала, Саша меня угощал таким печеньем. Я когда его увидела, сразу купила. Семки. И сейчас выпью чайка. Дима увидел, так как поплавок. А мне кажется, что не поплавок, а какое-то растение. Якось. Ну, плыви. Палка. Палка? Эх, жалко. Потом замерзнешь, Дим. Солнца нету. Ну, осторожно, ну, покупайся, что тебе. Покупай. Ох, ще й не ранул. Там есть дно, чи нема, Дим? Нема дна? Есть. Есть, да? А ну, встань на дно. Нема. Чего, а что ж там такую глубину ставлю и что-то оно? Сейчас рыбу нагоню. Велика рыба плывет. Да, 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 да. Кусок ковбасы надо привязать, вот туда. О, так тут уже дно, я плыву. Сьогодні треба побритися і постригтись тобі, Дім. А то коти будуть з тебе сміятися. Знаєте, ми сіли вже в машину, хотіли зняти ж вам этих нашу братву кошачу. Телефон нагрілся настільки, що пише, що камера нагрілася, знімати невозможно. Вони всі там лежать на берегу, розвернулися колбасою і сплять. Ми сьогодні Мартину, вон там я вам покажу вдома, 6 рибьошек веземо, все остальное їли вони. Тобто вони тут... Знаете, если один кот, то ему печально. А здесь у них семейство целое, они вместе. Мы помыли ноги, бутылки выбросим. Нашли бутылки тут, выбросим на мусорку, там по даче как будем ехать. Так что едем домой. Ничего. Рыбалка вроде не удалась, но сегодня мы сделали доброе дело, мы откормили котов. Хорошее такое братство кошачье. Ну, я думаю, что они тут будут. Я говорю, мы к вам еще приедем. Все, просто уже ноги вымылись от песка, не хочется идти по песку. Все, мои хорошие, едем. Почему мы здесь не рыбачили? Смотрите, какая тут грязь, вы видите? Просто караул. Даже ветер сильный, ничего не разносится. А какое отличие воды, видите? Все, поехали. Так, мы дома. Дима пошел на улицу. Вот тот куст, который на углу, он такой вялый, полить надо его, бо дождя же нету. Мартышка, ты где? Мартыша, кс-кс, иди сюда. Ви чуєте, він... чуєте, він охрип. Іди сюди. Ви слышите, який у нього голос? Мартиш, а що случилося з тобою, а? Ти охрип, холодної води напився, або що? Ви чуєте? Ля. А там на берегу скільки було таких братів твоїх? Я хотіла одного взяти, а потім думаю, ти будеш рівнувати. Йдем. Йдем, я дам тобі рибки, пошли. Вот вона, йдем, 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 дам. Вот то, что осталось сегодня смотреть. Мартыш, на, Мартын. На,
хороший. Оце те, що ми привезли Мартину, а то все розкормили. Карась? Ні, він що-то, смотри. Надо Ларису звати, у нього що-то в горлі. Ти бачиш, він як хекає, смотри. Так, я пойду зараз Ларисі швидко розкажу. Лисичка, іди, на, кс-кс-кс, іди. О, все, у нього, то в нього в горлі запершило. Іди сюди, кс-кс-кс. На. Іди, на, кушай, на. На, о, оце вже нормальний голос. А то прямо я її спугалася, я кричу, Лариса. О, все. Та не тікай, тут ще багато, їж, не спіши. Не спіши, їж, а це тоді в холодильник положимо. От, пожалуйста, фу, слава Богу, а то прямо... Ви чули, який в нього голос був, зараз нормальний у нього. Так, все, сьогодні у нас кошачая тема. На Мартині заканчуємо. Ну, нічого. Поймали тільки котам, накормили котов, ну, теж, извините, діло большое і благородне. Так що чай на місце ставимо. Сумки розібрали, снасті оставили там. От грає, смотрите, це Света на вино. А это моя наливка, я добавила сюда немножко, малина у меня была, то я добавила. Видите, какой цвет красивый? Этот еще просто красный, а этот темный, скоро будет готово. Давай еще, пошли, давай, пошли, на. Это все тебе, на, ешь. Вот так. Воскресный праздник Мартину. Так, все, мои хорошие. Извиняйте за такое видео, но мне оно понравилось. Такая дружная компания кошачья сегодня была, что просто класс. Как говорится, кошачья братва. А видео назову «Кота-рыбалка». Вот так вот. Все, мои хорошие, до новых встреч.